Мы делаем правильное дело. Быстрее, быстрее, больше воды, больше воды! Иногда нужно просто взять... И это ты называешь льдом, я уволю тебя, сука! Наполнить ведро льдом. Всем занять свои места. Надеждами. Ой, только ты умеешь работать. А, блядь, работа, работа! И выплеснуть в лицо общественности. Жертвуйте деньги, пидоры! Чувак, пойми, это не проблема. Жизнь прекрасна. Жить прекрасно. Чтобы я сделал на твоем месте? Ха, вскрылся бы, конечно! Пойми, любовь бывает два раза в жизни. Первая и настоящая. Так что в том, что девственности тебя лишил насильник, нет ничего страшного, это же не по-настоящему. Алло? Алло? Наверное, деньги на телефоне кончились. Юля, как поработал? Я сплю с твоей женой. Что? Шучу. Или не шучу. Юлий, такой понимающий. Юлий, спасает жизни. Юлий, такой сочувствующий. Юлий. Как вы считаете, сколько в доме должно быть кошек? Drop it. Женщина. А, кошек много не бывает. А, вы одна из тех сумасшедших кошатниц. Ты ебал разбить? Смотри, это чат-рулетка. Здесь, короче, нажимаешь поиск, и сайт ищет тебе случайного собеседника, с которым вы потом вот по ветке общаетесь. Привет. О боже, это же моя пропавшая сестра. Сиськи покажи, сиськи покажи, сиськи покажи, сись... Отключилась. Да какие сиськи? Да ты понял, чё, придумал? Ладно, все, не буду больше. О, привет, мама, ты что тут делаешь? Хочешь, покажу свой хуй? Помогите! Помогите, мне плохо! Вызовите скорую! Что вы делаете? Стойте! Ай, ладно, один раз живем! Нет, нет! Так это был пранк? Хотя ладно, один раз ведь живем. Вставай! Ну, еще 5 минуточек. Нет! Ладно! Где, говорите, у вас трубу прорвало? Да? Где мои деньги? Какие деньги? Которые ты у меня занял, козел! Да иди ты нахуй! Я сейчас приеду и порежу тебе! Слушай, мне кажется, ли мой телефон звонил? Я домой. А ты чё свою девушку бьёшь? Она сделала чай и положила туда 2 ложки сахара. А, нужно было 3? Нужно было пожрать, сготовить. А я погладила бельё. А ты его перед этим постирала? А нужно было. Нет, нет! Только не ремень! Сынок, тебе помочь? Я сам! Я мужик! Тебе нравится? Это худший секс в моей жизни! Че у тебя за мешки под глазами? Ты че, наркоман? Да нет, я всю ночь работаю, не высыпаюсь. А, кем работаешь? Дегустатором экстази. Ты че делаешь? Мажу хлеб маслом. Они воображаемые, но настоящий хлеб и масло у меня нет денег. Ну так устройся на работу. Точно, у меня же диплом экономиста. Да ладно. Смотри. О, я должен был догадаться. А теперь ты почему не ешь настоящие бутерброды? А это все кто доедать будет? Выкинуть? Трань жира ебан. Вот, сидит себя лупит по башке целый день, пока сознание не потеряет, а потом обкакивается. А мы, бывает, какашки не успеваем убрать, так он весь измажется. О, и давно он так? Ну, уж скоро 5 лет будет. Ну, ничего, мы теперь и таких в армию берем. Нет, вы там совсем охуели! Хотите интересную работу, которая приносит много денег? Хочу. Хотите иметь успех у женщин? Да. И добиваться всего, чего только не пожелаете? Да. Тогда встаньте с дивана. О, лохотрон.
Ты чё на грязном полу лежишь? А какая разница, что я снимаю скетчи, или сопьюсь, или буду всю оставшуюся жизнь лежать на полу. Все это не имеет значения, потому что я умру, и ты умрешь, и после нас ничего не останется. Потому что планета тоже умрет, а потом и вся Вселенная. Че, выходные кончились? Я не хочу в институт! Ты что, куришь? Нет, стой, ты не понимаешь. Так, я маленький. А так я взрослый, крутой. Отец придет, тебе ремня даст. Так даст ремня. А так позовет в баню с бабами. Пойду найду ремень. Привет, Юлик. Привет. У тебя за спиной дракон. Где? Тупая мужик. Да найди ты себе работу. Я работаю. Я заработаю. Береги то, что у тебя есть. И не смотри на то, что есть у других. Благодари Бога за то, что Он тебе дал, и Он даст тебе больше. Ну давай, детка, благодари Бога, Он станет больше. Твое имя такое короткое, а занимает все сердце. Жаль, это не работает с твоим членом. Никогда не плачи за человека, который сделал тебе больно. Просто улыбнись и скажи: спасибо за возможность стать счастливее с другим. Спасибо за возможность стать счастливее с другим. Кровь идет. Смотри, счастливые дети идут на линейку 1 сентября. А ведь я на линейке впервые поцеловался. Я знаю. Это было год назад. Тебе запретили приближаться к школам. Хочу на линейку! Это будет лучший секс в твоей жизни. Я буду драть тебя до потери сознания. Ну ладно. Я все. Все? Сынок, ну-ка подойди к окну. Когда-нибудь все это станет твоим. Не зря же я твою мать в рабство продал. Ты обменял ее на целый город? Нет, я говорю про стеклопакет. Блять, как-то я продешевил.